Приветствую на своем канале Инспектор Гаджетов, страничка вейпинга. И сегодня будет распаковочка бокс-мода от фирмы Geek Vape. Это Aegis, Aegis, в общем, Aegida. Все по-разному произносят. Ну, довольно-таки интересный бокс-мод. Он у нас, как можете видеть, работает на 18650, либо на 26650. Это защищенный бокс-мод, поддерживает 100 Вт. Вот, я думаю, что многие уже видели обзоры на данный бокс-мод. Я, в принципе, ничего нового сейчас вам не покажу, за исключением одной вещи. Всем профессиональным обзорщикам присылали на обзор, ну, непосредственно спам-производитель, версию данного бокс-мода в цвете коричневом, так можно сказать. Это же бокс-мод у нас представлен в черном цвете, и по состоянию на сейчас видео нет еще в черном цвете, и я дам вам возможность посмотреть, как он выглядит, данный бокс-мод, в черном цвете. Мне это тоже очень любопытно. Ну что ж, в принципе, на коробке мы не будем сильно останавливаться. Замечу единственное, что на коробке не указан цвет. Вот если мы берем коробку, то невозможно определить, какой же бокс-мод у нас лежит внутри. Ну, должен быть черный. Давайте, в общем, вскрывать и смотреть. Хорошо, как запакован. Так, есть. Теперь вот так. Ага, здесь у нас защитные наклеечки, которые мы сейчас вскроем. Так. Ну что ж, черный или не черный? Черный. Вот он, черный. Как я вижу, уже красавец. Мне уже нравится. Ну, для тех, кто по каким-то обстоятельствам, если такие найдутся, кто не смотрел еще обзоры распаковки данного бокс-мода, давайте посмотрим, что еще есть в коробке. Есть у нас инструкция. Инструкция полная. И, если не ошибаюсь, здесь у нас присутствует, да, присутствует, например, русский язык. Так, и также есть еще одна маленькая коробочка, в которой, я предполагаю, лежит USB-кабель. Нет, USB-кабель у нас, кстати, не лежит. У нас лежит переходник с 18650 на 26650, заглушечка, болтик и два оринга. Вот такие у нас доки. Ну и теперь непосредственно сам бокс-мод. Вот, вот он, черный вариант. Полностью черный бокс-мод и прошитый красными нитками. Ну, на мой взгляд, выглядит хорошо. Но это мягко сказано. В отличие от коричневой версии, соответственно, кожа у нас, да, понятно, что она черная. И еще отличие то, что у нас в коричневой версии это у нас стальной цвет был. То есть у нас была здесь нержавейка. Здесь, как видите, у нас покрашен в черный цвет. Вот. Ну, на этом, в принципе, все различия заканчиваются. Про сам бокс-мод, в принципе, опять же, это не обзор. Говорить мы сильно останавливаться он не будет. Смотрите обзоры. Также будет далее видео, в котором я буду уже делиться мнением о данном бокс-моде. Ну, а пока что можем для, так сказать, проверки засунуть сюда батареечку и проверить, насколько этот бокс-мод у нас рабочий. Сейчас возьмем батареечку. Так, плюсиком сюда. Ага, плюсиком сюда. Не лезет. Интересно.
принципе, обычная 26650, но которая почему-то не хочет сюда залазить. Очень, очень любопытный, кстати, момент. Это у нас Litokala 26650. И вот как бы вот так. Вот такой интересный момент. То есть с усилием туда эта батарейка как бы пытается влезть. Но она реально туда как бы не лезет. Вот так, как должно быть. В общем, такой вот у нас казус, поэтому воспользуемся пока, по крайней мере, переходником с 18650. Вот он наш переходничок, и сейчас я возьму какую-нибудь батареечку, какую-нибудь баночку. Так, в общем, есть плюсом вниз, минусом сюда, закручиваем. Ну, такой казус распаковки, то есть, как видите, не каждый 26650 сюда подходит. Так, закрутили. Есть боксмод рабочий. Ну и можем... Ставим сюда. Вот так оставим и что-нибудь сюда для примера накрутим. Так. Вот я сюда поставил Coil Art Azeroth. Сопротивление 0,15, как видите. Сейчас попробуем. Ну, жарит, все в порядке. Хорошо. Хорошо. Отклик очень хороший. Очень приятно жать на кнопочку. В общем, и очень приятно по первым ощущениям боксмод лежит в руке. Вот. Ну, на сим, я думаю, пока все. Как я уже анонсировал чуть позже, после того, как я потестирую этот боксмод более плотно, я поделюсь своим мнением о нем. Ну, а пока что вы могли насладиться внешним видом черной версии данного, на мой взгляд, очень хорошего, очень интересного боксмода на аккумуляторах 18650 и на некоторых аккумуляторах 26650. За сим все. Спасибо за внимание. Ставим лайки, подписываемся на канал. Всем пока.